привет всем, всего доброго, это Стас Кобальт, вы на канале Стас Кобальт. Буду сегодня говорить очень много про танки, про обнову. Захожу сейчас в бой, да, сейчас вот в записи все показываю, это вот бой на новом танчике, это 7 уровня, ЛТшечка. Такая хорошенькая ЛТшечка с подкалиберными снарядами, шьет все, пробивает, поэтому вот захожу, на ней получился нереальный такой бой, очень такой приличный, 7 фрагов я сделал. Вот как я их тут сделал, вот сейчас посмотрите, очень интересный такой бой, мог бы больше, но просто там в конце увидите небольшую такую ошибку я совершил. Ну или, как говорится, просто танк такой фанерный, что ошибки там не было, но дело в том, что фанера, конечно, фанерный танк подкачал он. А так, танк довольно-таки приличный, довольно-таки хороший. Еще бой будет на ИСе, тоже 7 уровня, наш советский, да. Ну, в принципе, это тоже очень такой хороший танк. Я почему их показываю? Ну, как говорится, показываю имбовые танки, поэтому я показываю этот танк, он меня сам удивил. Ну, на нем такие бои, как бы, получаются или провальные, или какие-то супер, ну, супер такие, какие-то суперские, потому что он шьет всех и все, даже там с восьмерками, с девятками он тягается. Знаете, похож на танчик МТ до своего нерфа. Вот МТ был у нас 25-ка, да, то есть он 6 уровня советский. А это вот такой же, да, он такой же маленький, у него скорость приблизительно 65. Но такой же он вот пробиваемый, такой же у него снаряд, очень такой, ну, бьется, несмотря на всего лишь 145-миллиметровое пробитие, он, ну, шьет очень довольно-таки прилично. Вот сейчас смотрите, они, я как буду шить на примере этого танка. Вот, поэтому я говорю, что да, вот сейчас играю на обнове, сейчас играю на 1-0, да, сейчас вот вышло 1-0, я проиграл примерно такие, ну, уже там долго и могу какие-то выводы сделать. Вообще мне обнова понравилась, вот честно. Все там что-то говорят, что-то там недовольны, все что-то там скулят, ноют в основном, да, там все много блогеров, ну не знаю, вот мне вот лично вот приятно, вот за такое-то времени что-то новое, что-то, какой-то глоток какого-то воздуха, да, пускай там это все не поменялось, не изменилось это, ну, как многие там говорят, да, баланс, да, там, как ВБР там лютует и так далее, но смотрите, это самое, хоть какой-то глоток воздуха, какое-то изменение, эти карты, это. Я вообще за то, чтобы они вообще эти карты все вернули, и пускай вот будут все карты с изменениями, и пускай они там меняют эти карты. Вот, то есть, довольно-таки это очень приятно, довольно-таки какой-то глоток воздуха. Вот, единственное, какое вот предложение, чтобы... Единственное, я говорю, вот предложение такое, что обновляли они почаще. Вот вообще желательно, чтобы каждый день они обновляли, чтобы просто читов было меньше. То есть ребята, которые на читах, они бы их даже не успевали ставить. Так-то, и они бы их даже перестали бы ставить, потому что я сам знаю, что эти читы, как бы их долго, ну, как бы устанавливать, долго с ними там возиться, париться, что-то переустанавливать. То есть, как бы, просто люди перестанут их тогда устанавливать. Это будет, как бы, ну, как бы затратно по времени, и поэтому вот такое было бы предложение, было бы вообще здорово, классно. Представляете, насколько бы мог вырасти онлайн, насколько бы могла бы подняться, как бы, игра и... Сами понимаете, как было бы комфортно всем играть, да. То есть, вот это единственное. А так, обнова мне очень зашла. Очень мне это понравилось, эта обнова. Очень мне какие-то там новые танки, да, новая техника. Вся она очень классная. Да, там многие сейчас жалуются. Этот объект. Объект я, кстати, выкачал. Буду тоже по нему видео делать. По этому объекту 263-му новому тяжу советскому. Или как он, 257-й, я уже не помню. Короче, новый объект, вы сами поняли, 9 уровня. В общем,
То есть будет много гайдов по танкам, и ИСМ тоже выкачал, осталось там купить, и также новые там танки, которые еще не появились у советов, новые там объекты. То есть на все я буду делать танки, на все буду я делать какие-то там выводы свои, вам говорить, зашел мне танк, не зашел. Вот, кстати, играю я вот на этом, да, танке. Сейчас такие сейчас качели как бы пойдут. Вот сейчас самый будет как бы смак игры. Сейчас смотрите, равный счет. Играю я не с прокачанным экипажем. То есть экипаж не прокачанный. Экипаж вообще, ну представляете, там до 100% я даже его не выкачал. То есть у меня на нем вот такой бой, второй, третий бой получился. Там, по-моему, два перка стоит, лампочки нет на нем. Представляете, на нем даже лампочки нет, а только боевое братство выкачано у экипажа. То есть, вот, представляете. И как он на нем приятно и комфортно играть. Вот видите, какой счет. Я делаю все возможное, чтобы это. Ну, сейчас наши все, как они там сольются, как они просто просрутся, просто уму непостижимо. У них там остались, а у нас семерки, они уже все, всех поубивали. Вот, то есть у нас выше уровень, и нас, это, меньше уровень нас сейчас убьет здесь. То есть вот я сейчас один здесь останусь. Так что такие дела. Вот такие вот, ребята, это самое. Обнова мне зашла, я не знаю, почему многие жалуются. Ну да, я согласен, там что-то со стрельбой, что-то с этим. Да, что-то это самое, меньше он, как бы, я заметил, меньше пробития, меньше какое-то это самое, ну как бы какие-то криты там больше проходят, стали больше проходить, больше стали проходить какие-то непробития. Ну это да, я вот это я заметил, что-то со стрельбой. Ну может быть это все наладится, я не знаю. Но мне показалось, что доходность по танкам увеличилась, я не знаю, сейчас это останется или это все опять они порежут. Вот, мне приятно, что доходность они увеличили. Может быть, она еще увеличится. Ну, в смысле, такой хотя бы останется. Было бы вообще здорово. Вот это уже хорошо. Вот, надо хотя бы сказать спасибо. Или это просто акция будет вот до 6 числа, я не знаю. Ну, так в основном. Вот единственное, сейчас вот я ошибку небольшую, смотрите, совершу. Сейчас вот я увижу этого. Надо было целиться мне в шведа, а я вот в этого, да, в АйКВ. А я, вот видите, сейчас вот и крит просто не прошел. Вот если бы он прошел, то есть крит, а не прошла дымага, сейчас бы, если бы он вот там встал, и я бы его, конечно, бы забрал. Видите, не забираю, против двоих я остаюсь. Семерых я уже сделал. И вот интересная здесь будет просто в конце, конечно, развязочка. Вот, а пока дальше поговорю. Вот, в принципе, да, обнова мне понравилась. Я не знаю, многие там что-то там говорят, вот это самое обнова. Мне обнова понравилась. И я не знаю, все тянет все, на всех серверах. Все, я не знаю, все сервера, все прекрасно работает. Не знаю, ничего, вылетов никаких не было, ничего не было. Вот. Так что все, все прекрасно работает. Не знаю, карта у меня средняя, GeForce 640, по-моему, GTX. Не самая новая, не самая хреновая, как говорится, но все тянет, все нормально, там графон какой-то там тянет. Вот, поэтому я не знаю, почему так много там воя. Вот первый раз хочу этот VG похвалить за это. Вот, как бы хоть какой-то свежий глоток воздуха, опять же, хоть приятного что-то новое поиграть. Это вот, ну хоть действительно вот что-то новое они вот такое сделали. Все-таки, ну да, все старое как бы, но все равно хоть какой-то глоток какого-то свежего воздуха. Вот, поэтому я говорю, что вот мне очень так вот обнова зашла. Вот сейчас смотрите, я сейчас встану в куст, сейчас буду стоять в кустах. Вот. Ну, я вообще взял этот танк для того, чтобы криты там по ЛБЗ сделать. Так бы я был бы и не брал этот танк. Просто неожиданно получился довольно-таки неплохой. Ну и вообще вот с этими кумулятивами лучше стреляется, чем с обычными бобехами. Вот на любом танке, то есть. Ну,
мне любой танк, я заметил, с кумулятивами, у него, видимо, идет как бы быстрая скорость снаряда, поэтому получается, что с кумулятивами стрелять как бы даже выгоднее, чем на ББХах. На ББХах на большое расстояние не пробитие, а здесь на большое расстояние идет пробитие. Сейчас смотрите в конце. В конце, да, какую ошибку совершит Су и какую, в принципе, ошибку я тут не совершаю, но просто из-за того, что он фанерный. Смотрите. Просто не пробил. И смотрите. Он меня тоже не попал. Теперь мы сдаем, как бы выходим на него. Я хочу выйти на него. Я понимаю, что у него много процентов жизни. И как его закрутить? Как его за этот? Знаю, что он сейчас на меня, видите, идет. Смотрите, как он ошибается. Вот. Раз я его прошил. Потом раз, он меня, может быть, хотел затаранить, но у него не получилось. Вот второй раз, и смотрите, вот просто я на него как бы наезжаю, он сдает меня гусеницей, давит. Вот. Я так понял, что я в него врезался, но он меня гусеницей раздавил. Потому что я когда врезался, я не почувствовал, что я взорвался. Я аккуратненько так вот к нему поджимался. Ну ладно, вот такой вот бой. И следующий бой на ИСе. Очень такой будет хороший тоже бой. Вот. Поэтому если какие-то будут такие бои, я буду показывать очень классные бои. Ну, у меня такие бои, они такие вот часто на Шкоде бывают, часто на этом. Ну, я стараюсь на всех танках показать, чтобы показать, что вот эти танки, они тоже такие довольно-таки неплохие. Вот, кстати, у меня на ИСе тоже был невыкачанный экипаж и вообще без всяких перков, без боевых братств. И у меня на нем была почти вторая отметка 82%. Вот, я его потом, может быть, еще куплю. Просто я ИСМ выкачал, этот продал. Вот, потом его, наверное, опять куплю, чтобы на вторую отметку пойти. Вот. У него какие минусы? У него минусы такие, что у него очень плохое сведение. То есть сведение очень такое, оно долгое. А так, в принципе, минусов у танка нету вот этого уровня. Ну и я почти там как и на всех играл. Вот мне еще понравился американский Т-29. Не знаю, кто лучше, но мне Т-29, конечно, даже больше, чем ИС понравился. Ну не знаю. Вот, играл я давно на Т-29, а вот ИС довольно-таки очень тоже хороший танк. Тоже может и не биться, и такой вот у него пробитие очень тоже хорошее, и ИС-3 он тоже может пробивать. В отличие от 29-ки, 29-ка очень тяжело ИС-3 даже шьет. Вот. Довольно-таки такой хороший бой, хорошая тут демага, хорошая ЛБЗ тут я сделаю, в принципе. Поэтому и показываю. Вот. Ну, что по обнове, да, еще что сказать. Обнова очень такая, знаете, ну, в принципе, мне она зашла, я не знаю почему, многие там жалуются. Если что, оставляйте комментарии, может быть вы что-то там будете как-то недовольны, выскажите свое мнение. Мне все понравилось, я не знаю, в принципе, все понравилось. Если будут еще какие-то дальше улучшения, даже будет лучше, мне так кажется. Вот. Вот, видите, как ИС хорошо шьет на обычных. Опять же, надо сказать, что я играю без всяких голдовых, там, без всяких. У меня, видите, даже на танках на многих голда не стоит. Ну, там, если девятки, там, какие-то, там, десятки, там, естественно, где-то там пару снарядов голды есть. Но в основном, видите, на танках нету у меня ни голды, там, ничего нету. Даже я и не ставлю, потому что там забываю на нее переходить, там надо, знаете, ну, как говорится. Иногда я на ББХах нормально все и шьется, и не знаю, что-то, зачем эту голду вообще там использовать там. Поэтому вот на обычных ББХах, там, без всяких там читов, без всяких этих,
Ну, только в настройках там что-то поменял. Да я в настройках поменял то, что, ну, эти уже красные заколебали. Видите, фиолетовый поставил. Фиолетовый. Там в настройках можно в меню это все поставить. Вот. А так это самое. Просто сейчас дымагу, мне кажется, что после обновы, что дымагу я не вижу. А вот сейчас поставил, вроде вот цвет поменял, и вот дымагу я вижу, что она проходит. Вот. Из-за этого пришлось поменять цвет. Вот. Не знаю, мне так показалось, что так лучше. Вот. Ну а так в основном мне вот все мне все понравилось. Видите, пробитие, все проходит, все нормально. Ну, сведение у него плохое, поэтому, видите, единственное, не могу попасть в ЛТшку. А так все отлично, все нормально. По танкам какие-то буду, если бои там выкладывать, тоже буду говорить там, как, что. Какие там тоже характеристики танка, какие, на каком лучше играть, как там играть лучше. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вот. Буду выкладывать там, если какие-то бои интересные, свои бои выкладываю на канале. Только свои бои, только свою игру. Рейтинг у меня тоже растет на этот. Я хотел сказать, что да, ну вот недавно было у меня видео там по статье. Играл я в команде недавно тоже с человеком, у него тоже высокий рейтинг. Из 10 боев мы ни один не проиграли. Так что да, может быть, рейтинг он что-то да и значит. Да. Вот. Поэтому по рейтингу еще надо что-то говорить, что-то там это выяснять. Поэтому буду еще по статье там что-то говорить. Но опять же я говорю, что Надо еще смотреть там по этой статье. Вот. Какие-то выводы преждевременные, еще рано делать. Вот, а пока вот у меня у самого стата сейчас растет. Вот, поэтому я, видите, я такой сильный, в принципе, не статист, там не это самое. Просто, ну вот, сама растет стата, я играю, видите, без премов, без всяких этих накруток, вот. В принципе, получается неплохо. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Стас Кобальт, всего доброго, до следующих встреч, всем до свидания, всем пока. Подписывайтесь на канал. И встречайте меня в рандоме вот с таким ником. Иногда я пишу в общем чате. Все, всем всего доброго, всем пока.